Ребят, сейчас будет самый опасный момент. И там шикарное Пашкино окно. Всем привет, с вами Катя и Паша. Всем привет. И сегодня мы будем украшать вот этот имбирный пряничный домик. Мы делали такое видео уже 2 года назад. Домик у нас был такой разноцветный, был написан с Katy Family. Что-то там были зеленые, красные, да. Какие-то украшения, да? И прошлый год мы пропустили, в этом году мы решили, что... Надо делать, надо украшать. И в этот раз мы решили сделать такой белоснежно-золотой серебряный домик. Надеюсь, что будет очень красиво. Давай посмотрим, что у нас в коробке лежит. Вот, знаешь, знаете, что это? Нет. Так, вот это белое, это глазурь, да? Да, глазурь. Что-то типа вроде снега. Смотри, здесь сахар лежит, чтобы тоже снег изобразить. Да. И конфетки. Серебристые. Золотые. И еще золотые звездочки. Звездочки классные, да? Да, такие красивые. И вот смотри, это дробь. Шарики. Реально похоже на то, что ты сказал. И здесь еще пакет. Такой, в общем, набор уже готовый. Та-да-да-та-да! Ох, для начала откроем домик сам. Он уже как бы приготовлен. Да, уже склеен. И нам остается только украсть его. Вообще, мне кажется, тот, кто сам печет дом, сам его склеивает, это просто вы герои, да. Медаль, да, надо выдавать такие. Угу. Потому что, ну, как бы испечь нормально, но потом склеить его, собрать, это какой-то ужас. Так, теперь нам надо в кондитерский мешок налить глазурь. Пожалуйста, это, ну, вниз желательно. Желательно вниз, чтобы, а ты думаешь, я выдавлю наверх, на потолок? Какая-то она слишком густая. Миша, я не могу, прям мне не нравится. Смотри, это похоже на мороженку теперь? Да. Все, классно. Все, начинаем? Ничего, надо попробовать. Мы, кстати, ни разу не пробовали. Сахар. Все четко, ребят. Я имею в виду, ни разу не пробовали пряничный домик. Да. Как такую красоту? Вообще, я не представляю, как его есть. Вообще, на самом деле, неудобно, что только один пакетик, да? Ты будешь, смотри, как бы укладывать, я такой шик-шик сверху буду. Шик-шик. Я буду сверху делать. А можно попробовать эту штучку? Тест на съедобность. Я сначала испугался, что они пластмассовые. Тоже сахар. Да ладно. Начнем мы, пожалуй, снизу и пойдем вверх, потому что будет как-то глупо, если мы сделаем сначала крышу, и потом таки снизу пытаемся что-то делать, и все испачкаемся, особенно я, потому что я профессиональный строитель имбирных домиков, как бы все это знают. Так аккуратненько. Это дверь, правильно? Да. Дверной проем. Какой-то странный дверь. Ты хочешь прям внутри ее закрасить? Да. Это глазок? Это место венка. А, точно похоже. С какой стороны ручка? С этой. Нет, с этой. Ну ладно, уже. Офигенно. Так, дверь готова. Что дальше будем делать? Окна. Ты хочешь? Нет. Блин, почему одна штука? Такой, нет, и забираю. Ребят, сейчас будет самый опасный момент. Мы будем сахаром посыпать окна, чтобы они такие, знаете, сахарные были. И как бы сейчас весь стол будет сахар. Даже так? Что-то как-то так себе, да? Да не, нормально. Прикольно? Да. Так мне вот как-то дверь не очень нравится. У нас здесь есть какая-то странная пастила. Как это? Помадка. А, помадка. И она очень вкусно пахнет. Я, кстати, хочу попробовать ее. Хочешь? Как сказал бы Паша, сахар. Я хочу попробовать из нее сделать окно. Так, ну вот я сделала квадратик. Вот, как бы типа окно. Что за жесть? Кто это придумал? Я, да? Да, это была твоя идея. Ну, так себе идея.
Так, мы решили начать делать крышу, потому что это интереснее. И сразу мы оба будем чем-то заняты. Самое сложное — это лепить. Вот эти маленькие, да? Да, дрот. Надо пинцетики, чтобы вот так, хоп. Угу. Прилеплять ее. Еще надо это все очень быстро делать, потому что очень быстро высыхает глазурь. Глазурь застывает моментально. Тут даже сложно подумать, какую брать. Просто берем и разные. Жесть. У меня все падает. Снегопад, снегопад. Ребят, смотрите, что у нас уже получается. Просто красота. Красота, красота. Я вот вообще не понимаю, кто придумал этот имбирный домик. Вот эти вот маленькие шарики серебряные. Как подразумевается их клеить? Я вообще не знаю. Они у меня вываливаются вообще в разные стороны. Вообще надо вот так было, чтобы ты как бы посыпаешь, и они остаются. Но это не работает. Вот так вот пока что у нас получается крыша. Здесь как бы снег заканчивается и просто начинается шифер. Я уже в 12-й раз разогреваю эту глазурь, она просто за секунду остывает. Ну не за секунду, но очень быстро. И приходится постоянно ее греть, потому что если ты как бы чуть-чуть провтыкал, то пытаешься приклеить, а там уже как бы бетон. Смотри, с этой стороны крыши какая у нас архитектурная информация есть? Такая же. Такая же крыша? Ну да. С двух сторон одинаковая крыша? Представь себе. Это вообще законно? Ну да. Ну постой! Ты смотри, он катится обратно, смотрите, смотрите. Ты видишь? Он прям хотел улететь, и я его остановил. Мне кажется, я заклинатель шариков. Вообще. Мы хотим сделать вот здесь, сверху дома, ему и ракет, как сказал Паша, хотим сделать звездочки и боимся, что если мы начнем эту сторону делать, что сюда не хватит. Поэтому давай сначала сделаем это, а потом уже эту сторону. Я тебе буду строительные материалы подавать, а ты делать. Давай. Так, ну, по-моему, прикольно получилось, да? Ну, слегка пару звезд чуть-чуть пьяные, подкосились, а так все. Да нормально. Это же handmade. Он должен быть такой слегка... Небрежный. Да, точно. Такое, я скажу вам, занятие вообще не из легких. Даже просто украшать его. Если бы мы его, представь, лепили, на меня бы уже не хватило. Прикинь, ты такая, ну, все слепила, вот эти все части, да, ну, точнее, выпекла, я имею в виду, и потом пытаешься это все склеить, и у тебя падает, ломается все на части, и ты берешь его из балкона. Думаю, так было и было. Блин, нам жалко будет его есть, а потом придется его выкинуть, и выкидывать его будет тоже жалко, в итоге он у нас простоит до лета. Пока сам не развалится. Не, пока, короче, сам не начнет осыпаться. Ну да, пока не развалится. С него начнут падать все эти звездочки и потихонечку оказываться на полу. Всем привет, с вами Паштет и Котлетка. И сегодня с вами строительное шоу. Мы строим пряничный дом. Построй свой дом. Я, короче, хочу сейчас здесь, вот здесь сделать такое. Вот этих у нас очень много осталось. И ими как бы заделать. Красиво будет, точно тебе говорю. Опачки, протекает. Блин. Нормально у меня получается? Супер вообще, молодец. Я как бы строитель, прораб профессиональный. Паша сейчас будет с этой стороны делать окна. С этой стороны, в общем, будут его окна. А здесь я сделала. Я уже одно сделала. Теперь Пашка тоже сделает классные окна. Ну вот за это бы я как бы не стал ручаться. За классные окна. Но окна будут, ребят. Здесь идет красивая крыша, и мы опускаемся вниз. И там шикарное Пашкино окно. Тебе, кис, надо это видеть. Тебе нравится? Очень. Капец. Я просто предлагаю его просто... Так и оставить, да? Конечно. Катя только что починила мое окно.
Да. Теперь оно очень красивое. И я начинаю вспоминать, почему мы в прошлом году не украшали. Потому что это на самом деле очень, ребят, сложно. Мы боялись, что у нас как бы не хватит глазури, но здесь просто еще миллиард ее. Ну, потому что мы думали сначала всю крышу делать, но, возможно, бы и не хватило. О, давай вот здесь вот сделаем как будто такой снежок немножко. Ну, конечно. Ну, только как бы, мне кажется, вряд ли это получится красиво. О, почему? Мне кажется, получается, нет? Не знаю. О, кстати, прикольно получилось. Да, давай дальше так же делай. О, нифига. Молодец, Кис, молодец. Та-дам! Смотрите, как мы решили сделать с этой стороны. Снежок прям как будто он свисает. Сейчас попробую с этой стороны тоже так сделать. Катя решила исправить эту некрасивую коробку и сделала здесь как бы сугроб. Такой порожек небольшой. Да, типа как вход такой. Угу. Ну и тут сугроб сахарный. Да, вот сахаром посыпаю. Мне кажется, что не хватает еще такого же снежка, как здесь, вот здесь. Прям как-то не хватает чего-то с краю. Давай так же сделаем. Приступай. Ну еще, мне кажется, все-таки вот снизу надо сделать какой-то небольшой сугроб, чтобы закрыть вот немножко слой этот некрасивый. Мне кажется, нам нужно хватить глазури. А делать с той стороны. Ты реально вот думаешь, что я сейчас сделаю так же красиво, как и ты? Ну, постарайся. Мне кажется, у меня просто сейчас развалится эта запчасть. У тебя неплохо получается. Ты сейчас специально врешь, чтобы я... Нет, нормально. Сейчас смотри, я на камеру чего не закосечу. Угу. Все, мы закончили украшать дом. Вот что получилось. Конечный вариант. Мы еще здесь сделали снежок из сахара. И в конце, конечно же, как же без нашей фирменной подписи. Скэти Фэмили. Еще добавили на крышу звездочек, чтобы она не была такой пустой. И они на самом деле добавляют такого, знаешь, масштабности. Да, красиво очень смотрится. В этом году прям очень красивый дом. Прям получше, чем в прошлом. Потому что в прошлом году как бы одну часть я делал, другую ты. Да. Ой, 2 года назад. Да. И у тебя как бы было красиво, а у меня там какая-то какашулька, знаете, такая. Ну, да, у меня тоже фигня была. Ну, в этот раз мне намного больше нравится. И он такой еще, знаете, золотой, серебряный и нормальный. Да, мы поставим его на камин, и он будет у нас там стоять. Мы его точно не будем есть. Ребят, всех с наступающим Новым годом! Спасибо вам огромное, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал и ставите пальчики вверх. Всем спасибо за просмотр этого видео и всем пока-пока! Пока-пока. Давай, поехали. С вами кулинарное шоу.